Нурхайнатовы, меня зовут Дондоплама. Сегодня 30 мая, понедельник, 30-й лунный день. Дуисмудр, силы и последствия совершенных деяний в этот день приумножатся в 100 раз. День хорош для людей, родившихся год, лошади и собаки. Очень хорошо в этот день делать добрые дела, совершать подношения, проводить обряд Далгаваха, постигать науку, изучать астрологию, лечить болезнь, проводить операцию, устроить праздник, играть в свадьбу, регистрировать брак, надевать новые украшения, новую одежду, проводить посевные работы, собирать друзей, проводить сватовство, усмирять врага, заказывать таван харюлга, отправляться в дорогу к успеху, исполнится все задуманное. Неблагоприятный день для людей, родившихся год мыши и свиньи. Не стоит приводить невестку, отдавать дочь в невесты, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос к опасной ситуации для жизни. И помните, каждый день имеет свое чудо. Абсолютно безопасные, стоит меньше гипсокартона, оперативные установки надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки, линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба.